Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов и описание этих работ по книге «Великие музеи мира». Кришна в образе Венугопала, Ориса, Восточная Индия, конец 19 века, дерево, резьба, высота 9,4. Кришна является восьмой аватарой бога Вишну. Отец, уберегая родившегося Кришну от возможного убийства, спрятал его в деревне Браджа у читы Нанды и Ишоды, ставшей ему приемными родителями. Там бог провел детство, пася коров. Обычно пастухи в Брадже носили в руках палку, тогда как он – флейту. Так Кришна-пастух Гопала, игравший на ней, получил имя Венугопала. Считается, что мелодия этого инструмента оказывает магическое влияние на коров. Они, слушая ее, идут за пастухом. Скульптура представляет бога, стоящего скрестив ноги на квадратном постаменте, украшенном лепестками лотоса. У Кришны округлое лицо с крупными чертами, на голове трехъярусная корона – кундалас, традиционная для иконографии Орисы. В ушах – массивные серьги, на шее и груди – многорядное ожерелье, на руках и ногах – состоящие из бубенцов – браслеты. На бедрах персонажа Дхотти его поддерживает богато орнаментированный пояс. Обеспечивающая любовь магическая сила Кришну, проявлявшая у него еще в раннем детстве, стала одной из основных причин огромной популярности бога. Ну вот такое описание к работе Кришна в образе Венугопала, Ориса, Восточная Индия, конец 19 века, дерево, резьба. Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.